А в этих кадрах мы видим, как самолет президента России уходит в необычный портал. Вообще, что происходит, я не знаю. Но мне кажется, что-то от нас скрывают вообще власти. Скорее всего, здесь происходят уникальные моменты, которые точно вы еще не знали. Что было дальше, вы видите сами. Ну а дальше, друзья, от вас только я жду лайк и подписку.